المفروض أننا لا ننتظر بالإنسان حتى يموت ثم نسأل عنه. يعني بعض الناس يعني عنده قريب لا يصلي، مفهوم؟ فلا تنتظر به حتى يموت ثم تسأل ترحم عليه أو لا. Еще, говорит, важно то, чтобы мы не ждали, пока человек скончается, для того, чтобы потом спрашивать, что делать. Допустим, у кого-то кто-то не молится, и он ждет, пока он скончается, а потом будем спрашивать, نعم. можно ли просить прощения или милости для него или нет. فلابد نجتهد أخواننا في الدعوة. Обязательно мы должны стараться призвать их. الذي لا يصلي لا تتركه. Тот, кто не молится, не оставляй его. تظل خلفه حتى يصلي. Ходи за ним, пока он не станет молиться. تحاول تدعو له، تدعو يعني في السجود، في قيام الليل، تدعو له بالهداية، وتحاول معه بشتى الطرق. Пытайся, взывай к Аллаху с мольбами, дуа за него делай, в саджда и так далее, и пытайся как-то призвать его разными путями. نحن دورنا في المجتمع الإصلاح. Мы в этом обществе должны исправлять. نعم، في عندكم بعض المجتمعات هم يعني تربوا على هذا ترك الصلاة وكذا، لكن لا يمكن، لابد نغير إلى الأصلح. Да, действительно, то есть в некоторых общинах они так выросли, привыкли, не молятся и так далее, но мы должны это изменять. نجتهد. Стараться. قدر المستطاع. أنت لا تستطيع ابحث عن واحد من أقاربك، خالتك مثلا تكلمها، يعني حاول بكل ما أعطاك الله من قوة أن تغير. Настолько, насколько можешь, старайся исправить. Да, не можешь ты, найди того, кто может, попробуй связать и так далее. Постарайся исправить это положение настолько, насколько можешь. Однако вот так оставаться и ждать, пока она скончается, это будет неправильно.